أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أهلا بكم براتي سيستري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، إن شاء الله تعالى نаша تيمة да часть с такой науки, как таджуид. Будем, иншаллах тоже говорить о достоинстве, о смысле этой науки. И, иншаллах Та'ала, в конце, если есть возможность, будет, я думаю, у нас время позволит. Вопросы, если какие-то у вас будут, я постараюсь ответить на ваши вопросы, иншаллах. Начиная с самого, самого термина. Так, так, принято в мусульманских ученых, обычно они всегда старается объяснить э, термин с точки зрения языка, с точки зрения, скажем, научной точки зрения, потому что э, в исламские термины всегда есть э, такое два определения, называется лагави и мусталахи, то есть с точки зрения языка, с точки зрения терминологии. Э, что это имеется в виду? Имеется в виду, что в арабском, арабских терминах, исламских терминах арабского языка, Uh, интересно изучать, всегда в языке что-то имелись в виду, то есть как в обычном языке, это слово или этот глагол, или корень, от который определяется или выходит какой-то термин. Uh, иногда, зная этого, помогает нам знать, что, что, что за наука такая. Ну, к примеру, слово закат. Мы все знаем, что есть закат, это один из толпов ислама, и что это определенная сумма определенный процент из дохода, который мы выплачиваем раз в году, да, ну, отдается определенным категориям людей, является обязательным фардом в исламе. Но закат, если изучать в арабском языке, закат означает очищение, рост, благодать. И э, зная этого, дает нам э, такой более э, глубокое понимание вообще этот обряд. То есть это обряд не просто как некоторые думают э, налог. Да, какой-то такса как это платил за что-то деньги, и все. А оказывается, это, этот обряд имеет такой э, духовный какой-то смысл. Потому что слово закат означает очищение, означает благодать, означает рост. Как это рост? Я же отдаю, правильно? И получается рост. Поэтому интересно всегда изучать с точки зрения языка. И э, наука, это наука от Естественно, в жизни пророка Мухаммад как такого не было. Это наука, которая появилась после пророка Мухаммада И в этом ничего плохого нет, потому что очень многие науки, названия наук не были во времена в жизни пророка Саласама, а ученые просто для систематизации как бы, да, и организации знаний исламских придумали какие-то термины, науки. И в целом вокруг Корана, если времена времена пророка, любой человек, который э, изучал Коран, заучивал, э, или имел какое-то отношение к Корану, их называли ахлю коран люди Корана. Просто. То есть больше никаких других терминов нет. Э, были люди, которые больше внимания уделяли хадисам, слова пророка, и до сих пор их так и называют ахлю хадис но со временем мусульманские ученые науки коранические, как скажешь, науки, которые связаны с Пурами, ну, если сначала это была одна наука, сегодня их несколько. Коранические науки. Даже есть в исламских университетах факультеты такие, факультеты коранических наук. Ну, кулия Курания называют, да, или Улум Курания, коранических наук.

Каждая буква и каждое предложение. А, значит, слово таджуид от арабского слова джаид. Джаид означает хороший, правильный. Да? А таджуид это значит улучшение, исправление. Следовательно, мы понимаем, что эта наука направлена на правильное чтение Корана. И позвольте мне сначала... <кхем> Поговорю, говорю, почему это важно? Почему для мусульман это важно? Без сомнения, мы все знаем, что Коран – это слово Всевышнего Аллаха. И э, э, эта книга отличается от всех книг. Любая книга это, на этой земле появился. А эта книга не с небес. Эта книга, да, ее источник незем, незем, да, неземный, земли, исто, не не происхождение. Не И даже не ангелов. И не… это сам Господь миров. Это Слово Божье и это прямая речь Бога. Если термин «Слово Божье», Калам вроде термин не новый, и люди, христиане, часто говорят «Да, Слово Божье, Слово Божье». Но когда ты э, читаешь, допустим, некоторые священные писания, и ты спрашиваешь человека, «Подождите, здесь есть какое-то противоречие, какая-то неточность, какое-то нарушение, Говорит, ну а что, ты, а что ты хочешь? Это же человек написал. Стоп, ты же сказал только что слово Божие. Да, слово Божие в плане э, Бог вдохновил этих людей писать. То есть есть писатели священные писания. и они вдохновлены э, э, Святым Духом, и вот они э, писали. Но это человек, поэтому человек мог что-то не написать. А у нас в исламе совсем другой. Когда мы говорим калиматулла, калямулла, мы имеем в виду совсем другой, мы имеем в виду, прямая речь Всевышнего Аллаха Субханта. И здесь есть очень серьезная ответственность. Чтобы речь Аллаха Субханта надо передать другим людям полноценно. Не только в плане смысла, как люди некоторые думают. Главный смысл, да? Главный смысл. Не, 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 И буквально важно. Каждая буква должна передать, дойти до нас, как была из источника как признасили Джибрил, когда он ее читал Мухаммад Саласа, и как пророк Мухаммад читал. Поэтому мы когда говорим буква Б, то есть мы знаем, что буква Б как пророк сказал. Вот так он сказал, да, и так как пророк Саласа -Са -Са, произносит слога. То есть до нас дошло прямо э, все вот эти тонкости произношения даже каждая буква, каждая огласовки, Где он делал мат, где он удлинял, где-то он укротил, где-то какую-то буква сделал, идрам, там, просто на, да, носом или все эти тонкости передается. Почему? Потому что, оказывается, это может влиять на смысл. Это влияет на смысл. И здесь не шутка, субханаллах. Каждый, <coughs> это будет искажение. Ведь два, есть два вида искажения в священных писаниях. Есть прямой, грубый. Это когда ты слово убираешь, вместо этого слова другое ставишь. Или, да? Или бишешь сам от себя. Это одно из группых видов тариф э, тахриф, искажения. И второе искажение – это когда ты по смыслу. Ты берешь один э, спешенное описание, какой-то текст, и ты понимаешь по-своему. Первый вид искажения точно Аллах Субхану Та'ля защитил. Аллах защитил Коран от такого первого грубого вид искажения. То есть слово убрать, свое слово, это, аль нету. Второй вид, конечно, это э, задача ученых. То есть текст Корана такой же. Действительно, мусульмане сделали, что от них зависит, чтобы текст Корана такой же остался в письменном виде и в признашении. А смысловой ⁇ это уже труд других наук э, ученых, как и муфассири, как фабрихи. А, к сожалению, до сих пор есть такие люди, которые берут этот текст Корана и понимают по-своему. Но это намного проще задача бороться со смысловым искажением. Да? Потому что в конце концов текст-то есть. Текст-то есть. Можно сказать, подождите, вы ошибаетесь. Тем более, например, халифа Умар Радулан и многие сахабы другие, они передали очень большое внимание сохранению арабской поэзии. Даже до исламской. Все ислам, это арабская поэзия, даже джагилийская. Я всегда рассказывал, что всегда было смешно, в школе нас учили. Вы представляете, вы в школе изучаете стихи, которые ваши предки написали 15 веков назад. Ну какой народ в мире изучает стихи, которые написаны 15 веков назад? Нету. В России сколько там? Это Пушкин там, да, самый старый. Ну, и все. И представьте, если вы будете считать, что стихи написаны в, это, в киевский рус. Никто не поймет, что там написано. А, у нас вот как, киевский рус какая да? там, В 10 веке приняли христианство, появились письма. А у нас 15 веков назад. И читаешь, изучаешь, издаешь учителем, учителями, попробуй неправильно <laughs> там, читать. Вот. А тематика бывает чужой чужой. Потому что араби до ислама это другой народ, это с другими ценностями. Как-то не очень даже удобно. Читаешь приключения, когда он был пьяный, как он приставал своей кузене, когда она мыла, там, там в оазис. В, в, в это совсем у них интересы, другие, не такие, как мы мусульмане современные, тем не менее, вот этот клад арабского языка, он, сох он сохраняет и защищает смысловой. А вот поэтому это есть интерес к науке тафсир. То, и... а вот дежвит, он передает значение, призначения. Это тоже, как мы говорим, это защита от первого вида, как бы искажения, искажения слов, словесных, прямой, такой самый грубый вид искажения. Но есть такой интересный момент. Дело в том, что арабы не говорили на одном языке, как мы все думаем. Ну, как сказать, точнее, э, диалект был. У арабов были разные диалекты. Курайшиты, худайлиты, э, там, да, разные племена арабские, каждый у, них, у них признащение арабское, одно и то же слово, и иногда слова бывают разные. Кстати, как и сейчас, если вы поедете в арабских странах, вы заметите, что египтяне, их диалект отличается от диалекта палестинцев. Палестинцев отличается от диалекта саудовцев, допустим, да? Отличается, отличается от марокканских и так далее. Причем в каждой из этих стран, когда ты будешь разговаривать, даже мы поймем, ты из какого города. В Палестине у нас вообще прямо, насколько я что даже до семейства узнают. А, ты из такой семьи? от а, такой семья любит вот эту букву вот так произносит, это слова любит. То есть диалекты у нас, я не знаю, их тысячи, если не десятки тысяч, диалектов много. И это явление не новое. Это явление было со времен пророка Мухаммада, оказывается. Диалектов много, но не семь диалектов были основные диалекты арабов в, 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 в Аравийском полуострове. И когда, как в хадисе достоверном рассказывают, что Жибрил, алейсалям, пришел к пророку Мухаммаду, сказал, о, Мухаммад, читай своему народу, арабы, Кур'ан на этом диалекте. Мухаммад говорит, не смогу. Потому что э, если вы постараетесь говорить на другом языке, который вообще не родной для вас, или диалект, вы немножко сможете какой-то момент, потом все равно будет смешно и звучит не, неубедительно. И Мухаммад С.А. если он будет говорить с ними на диалекте курайшитском, да, курайшитский диалект, кстати, понятен всем арабам и так далее, но арабы не могут повторить, на манере курашитов в Коран. Ну, потому что это... Ладно, когда ты на другом языке пытаешься объясниться. Но когда ты на диалект, вот представляете, акцент или диалект, вы вам смешно будет, если вы будете говорить на другом диалекте, когда вы можете говорить на этом языке с моим диалектом, правильно? Это же непривычно. И поэтому арабы, если бы изучали Куран, они что будут читать на диалекте, которые им непонятны, ну, как бы, которые они не говорят повседневно, на курашитском, они его понимают, но читать не могут. Не смогут молиться и читать на этом диалекте. И это была бы очень сложная ситуация. Как ее решить? Мухаммад .а. говорит, «О, Жибрид, прости Аллаха, так я не могу, это тяжело будет». Это он, Мухаммад С.А. увидел сразу трудность в призыве. И он просил Аллаха сделать дуа. И в конечном счете, ходить и говорится, что Всевышний Аллах С.А. разрешил пророку С.А. читать Коран на семи диалектах. .а. Хуруф называется, хуруф из саба. И как это случилось? Чудесным образом. Это одна из чудес Коран, которую мало люди об этом вспоминают, что Пророк Саусалам заговорил на этих семи диалектах в совершенстве. Что удивительно, да? То есть, когда приходит к нему человек из Бену худейл например, велик, величайший сахаб Абдуллах бин Масуд, он из Худейля. Он говорит, все говорят, сура таха, тах, а он говорит, Да? Потому что это, это диалект Худейля. Вот один раз один из табин говорит, рассказывал, говорит, я пришел к Бен Масу, говорит, можно я Коран проверю свои знания Коран? Говорит, да, давай. Первый это сура Таха, говорит, Таха, говорит, Таха, три раза, он говорит, все, иди, я не могу. Говорит, почему? Говорит, я не могу, я только так. Говорит, так, говорит, я у других, говорит, у других иду но я так изучал, от пророка так читал. Это диалект худаилитов. Вот духе, не духа, духа, духе, ну, у них есть свое манера чтения. Я бы, именно, Масуд всегда всю жизнь так читал Коран. По-другому он не читал. И иногда бывали даже такие, смешные истории, что Умар однажды молился за одним человеком, он был не хорошитом, сколько другой, в молитве, и он читал, вообще читал не так, как он умеет. И Умар говорит, я прямо хотел время намаза его схватить. Но я думал, потерплю немножко, да? Тот закончил молитву, сразу Зачем? Говорит, так, пошли. Если Омар кого-то схватил, все шансов нет, ты не сможешь никуда убежать. Его вот отвез к пророку, Аллаху, говорит, «О, он читает как-то странно Что Разбери с ним. Мухаммад говорит, хорошо, давай, прочитай. Ты, Омар прочитай что-то. Он, Омар прочитай. Говорит, молодец, правильно. Так, а ты читал? Тот читал действительно по-своему. И Мухаммад говорит, правильно. Это разве правильно? Он говорит, да, он же читает по другой харф, другой диалект. А, ну, то есть Омар это понял, да? Uh. И арабы, в принципе, они знали этих диалекты. Ну, то есть они же друг друга общались, торговли, ну, то знали, что такие диалекты есть, и каждое племя... Но это не означает, что все арабские диалекты вошли. Были такие диалекты, которые сильно такие странные были, что даже смешные. Во-первых, они очень маленькие группы, и они изучали очень некрасиво. Ну, может быть, они иногда буквы... Э -э -э -э, ну, которые буква «к» всегда на «ч». Че в че И реч звучала как че 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 Таких диалектов, наверное, не вошли, субханаллах. То есть вошли красивые диалекты. Видите, как интересно. То есть ни красивые диалекты не вошли. И Аллах, субхана когато когда нас посылал к Корану, саллаху у него в памяти сразу крепились эти семь чтения. Автоматически. Да, то есть пророк Саусам сразу, как будто он всем. И каждый раз, когда он говорит с человеком с какой-то племя, да, он читал он, с ним, читал Коран именно, именно на этом э, деле. Почему это рассказывает? Это имеет значение будущее. Сейчас мы к этому дойдем. Конечно, э, письменность Корана была немножко отличалась. Письменность Корана отличалась от, имею в виду, от того, что мы имеем сегодня. Э, самое главное отличие, что там ни точек, ни огласовок нет. Представьте, буква Б, Т, Ф, Я, Нун, они практически писаются одинаково. И угадай, что написано, да? <laughs> угадай, какого буква, да? Если слово бейт, представьте, БА, Просто три зубца. Где -то? это? Это ба или я или бинт. Бинт или бейт. Или... Разных вариантов может быть. Если ты увидишь, не поймешь, о чем здесь идет. Но э, была особенность арабского языка такова, что арабы так писали. Есть такие версии, откуда этот. Ну, сегодня ученые все практически единогласно говорят, что арабский алфавит, как и латиница, кстати, как кириллица, ну, кириллица, точнее, это как греческие да, буквы, что они все происходили от финикийский алфавит, абжедауаз, харфин калимон, вот вот это все. Почему-то все эти языки начинается на A, B, С, там, да, это что-то общее. Mm. И э, смотря на их финикийский, потом смотря на набатийский, а набатийский такой это родственный народ к арабам, но они практически арабун и дошезли, это нация, нету их, но они близкие к народу. Видимо, это или филиал, ну, <laughs> один из видов арабов, или близкий к народу к арабам, семитский народ. Но их письменность, видно, что это какой-то промежуточный между финикийским и арабским, который был в времена пророка Мухаммаса. И э, оказывается, вот, но ну, удивительно, ничего не, не случайно, ничего не случайно. Вот этот алфавит, он и принимает вот этих разных чтений. Наверное, слово «адха». Курайшиты писали, вы, кто знает уже немножко арабский, да, изучаете, там буква «алиф максура» называется. Она как я и как алиф. Курашиты ее читают как а. Хоть и пишется как я. Называется алиф А для некоторых это читают как я почти. Одхе. Ниадха. Значит, ее письменность читаем здесь, и читаем здесь, и читаем здесь. Вот, то есть она, вот это письменность Коран был подходящий к всем диалектам, что удивительно было. Все диалекты одной письменности читаются по-разному. И только э, ну, после определенных событий в истории ислама, когда во время э, Абубакара Садык, э, погибли очень много шахиды, мученики мусульман, погибли на поле боя, э, из Натаки таких Корана, э, то тогда появилась идея собрать Коран в одной книге. И уже немножко заниматься вот, э, какой-то контроль. Да? Времена, правда, сам проблем нет вот, как, вот видите, разногласия, когда Омар услышит что-то непонятное, он мог подойти к пророку, и пророк объяснить. Да? А после пророка совсем ситуация изменилась. Ислам распространился по всем разным, странам разных странах мира. И поэтому постепенно эта проблема возникала. Вот эти чтения могли вот вызвать какую-то путаницу у некоторых людей. Поэтому мусульмане уделяли большое внимание, чтобы не было этого путаница. Во-первых, поэтому и буква соединили. В одной книге появилась сначала в время Абу Бакр Садих. Коран появился в виде, в виде, книги. И во время Усмана сделали несколько экземпляров и отправляли в разных мусульманских провинциях. И взяли за основу в письменность курашитский диалект, но в письменность. А в чтении все эти диалекты еще сохранились. Со временем э, мусульмане понимали, что передача, произношение Корана, здесь должно быть только таватур. Что такое таватур? Дело в том, что если мы э, Вот пророк, саллаху, что-то сказал, допустим, да? и кто-то услышал один сахаб. И этот один сахаб передал своему ученику табе один. И этот таби передал, может быть, грубо людей. Но вот эта цепочка называется ахад. Почему? Потому один человек услышал пророка, и от этого одного только один услышал. Это хадис может быть достоверным? Да. Может быть, все люди хорошие. Нет сомнения в их достоверности. Но сильнее считается мутаватер, это тот, который большая группа услышали пророк То есть слышали пророка не один, не два, там 10, 20, 100 человек. И вот они это 100 передали тоже тысячи, и это хадис называется мутаватер. То есть степень достоверность выше. И вопрос не в том, что люди хорошие или нет в цепочке. Но один человек может ошибиться, может что-то забыть, да. Вот в чем опасность, понимаете? Он может быть человек-то хороший, но... А вот когда мы, до нас доходит хадис не от, от одного, а от десятки, сотен достоверных людей, то хадис выше степень. И вот эта тема между ахады, мутаватер и так далее, в хадисах всегда не, не, до сих пор есть споры. да не берем Ахад, не берем в каких вопросах берем но что касается Корана, только мутаатор никаких разговоров да если до нас как говорит коран надо читать так призначение вот такой здесь должно быть что Таватор. должно быть сотни сахаби должны подтвердить что да так призначение было именно такое. любой не мутаватер Полностью отменен, вообще отменен, считается грех. Нельзя распространить э, версию Корана, которая не является мутаватер Это даже расценивается с точки зрения мусульман, как попытка искажить Коран. Ну, все, нет, не может быть. А это, вы знаете, это и правильно. Почему? Дело в том, что известно, что пророк, асалям, что связано с Кораном, он учил целонаправленно многих людей. Поэтому, конечно, логично, что мутаватер. Он же не учил одного. Вот это, кстати, читается так. И только тебе говорю. Такого не может быть. Хадит мог, он рассказывает одному человеку одно. Да, бывало такое. Что он был, например, с кем-то ходил, где-то находился, и рядом с ним был один. И он сказал ему, ты знаешь, я считаю так, так. И он понял это все. Но это разговор, пророк с одним человеком. А Коран? Нет. Пророк с прямо учил большим группам людей поэтому если кто-то приходит и говорит у меня есть версия ну, одна, одна цепочка один сахаб услышал все сразу знаете что человек врет ложь и это не принимается в исламе да. и когда вот э, появились э, люди которые начали систематизировать и собирать все это э, я сегодня на уроке об этом рассказываю сегодня еще раз повторяю э, спасибо персам Персии очень много изменили в истории ислама. Вы знаете, что когда мусульмане завоевали персидские империю, они же победили, там, ну, как ну, сопротивляется до конца. Персы просто так не, не сдались, да? то есть персидская власть и армия, они до конца сопротивлялись, воевали до, до самого последнего. Началось время Абу Бакар, и только время Утмам практически окончательно, да, полностью сдались. И по идее, по идее, что ожидалось? Вы же воевали, вы же не мирно сдались, не не просто спокойно, не ничего не хот хотели воевать до конца? Ну, а по законам войны, по законам мира от от того времени, ты проиграл, значит, вы все наши рабы. Представляете, все библийский народ это был бы рабом арабов. По законам мировой закон законодательство тогда и земля Персия, все это собственность арабов. Но Умар ради Аллах, сделал гениальный ход и правильный ход и в духе ислама. Да, он мог поступить по закону, но он поступил в духе ислама. Он был макасиди, он знал, знал цель шариата. Один из самых великих э, сахабов в этом плане. Он всегда знал цель шариата. Они, то есть, как мы сегодня говорим буква закона и дух закона. Поэтому он сказал: всех персов даем свободу, не берем в рабство персы и все их собственность оставляем. Это а вообще было нонсенс. Как это? Мы завивали, воевали, отбирали. То есть наше право делить между собой, да, войны, трофеи наши. Нет, никаких трофеев у персов не возьмем. Каждый сохранит свой дом, земля, бизнес, дела, ничего не трогаем. И мусульмане взяли только одно. Казна Хесрой, его дворец, казна, отправили в Медину. И земельные участки, которые были ничейны. Ну, как-то нету хозяев, государство взяло. И арендовали в первую очередь персам. Если хотите, мы вам арендуем за очень маленькую цену, пожалуйста, используйте сельское хозяйство, платите только аренда государства и все. С правом, кстати, выкуп, если хочешь купить, пожалуйста. Очень щедрый. И назначили им свой человек, Сальман Ильфарси, был первый губернатор Берсидской области. Естественно, персы приняли ислам. С такой щедрости, с какой доброты. И когда они приняли ислам, с одной стороны, хорошо, все отлично, да, там, а с другой стороны, персы не простой народ, это а арабы такие простые. Им говорили, лицо надо мыть, когда омовение делаешь, руки, лицо, это, ну, все. а персы говорят, лицо мыть. А что значит лицо? Лицо это от ушей до ушей, от волоса до да, пода, или вода, здесь лицо и заканчивается, или здесь лицо заканчивается. А если волос нет, то я сюда затылка лицо Só, скажи мне, что такое, да? Персы такой народ, в общем, да, философия, или это же сами цивилизованные, самый грамотный народ на земле, да? Арабы что, у них три вида блюд: пшеница, мясо, пшеница с мясом, мясо без пшеницы, пшеница. Вот все, ничего нету. У них и простота, и нет у них кухонных предметов, а, а, а персов травиза, меню. Да, Арабы научились очень много у персов: одежда, это все. Арабы что было? Из-за ряда, чалма и все. А персов и рубашки, и брюки. Арабы одевали брюки только когда воевать там на лошади что-то. А так обычной жизни нету. И то средние, вот вы смотрите сериалы, да, все ходят в красивых чалмах, там. на самом деле так не, это на самом деле не так. 90% арабов ходили в Изар, это вот такого, как юбка, да, и э, 50% ходили вот так, только, все, мужчины ходили, только что-то вот так, пол полотенце вокруг себя, все. Вот имейте, представьте себя в жизни сахаба, араба, вот так выглядит, кстати, вот настоящая картина. В основном ходили вот так, только э, Изар, Ряда это средний класс, уже ты немножко с деньгами. Раз у тебя есть что-то на плечо. А, ну, правда, голову всегда закрывал. У них э, маленькие, ну, как в три раза вот так, три круга закрывали голову. Чалма назывался. Ну, не такая чалма, как сейчас. Вот, такая, 15 метров и так далее. Ну, у них там ш -ш 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 все. три раза, три круга вокруг головы, и все. И, э, а вот кто мог одевать рубашку, брюки, это уже считалось уже олигархи, да, аристократы большие, да. То есть это редкость. А персии нет, там у них этика, этикет и все И вот люди, которые с одной стороны, это, конечно, вопросов сахабы не знали, как отвечать. Много вопросов. А почему и зачем? Поэтому появилась школа Раи в Ираке. Ну, Ираке же была провинция персидская. Вокруг столицы Персидской империи. Поэтому школа рай. Почему? Потому что хадес отвечать на вопрос. Они много вопросов задавали. Не знаем, не знаем, не знаем. И пришлось иштихад. Поэтому один из самых великих ученых – это Абу Ханифа, перс. В общем, они вообще-то где-то, если не ошибаюсь, 70-80% мусульманских ученых, во всех сферах они были персами, кстати. И не только в религии. Да, вот это, в хадисе, там, например, конечно, Бухари, муз... все эти персы были. И, и, и в математике, и в медицине, например. Да. Турки потом, когда принимали ислам, турки, э, турки, были защитники ислама. Турки не такие, не философы, как э, турк народ это в основном уже кочевники были изначально, степной народ, и они были э, даже есть такой хадис оставьте турков пока они вас на вас не, не трогали, не трогать их православным, потому что православным жил с он боялся, что с ними будет плохо, если они будут с турками воевать. Но только когда принимали ислам, мы видим, что их роль в исламе это была защита, да? то есть они всегда защищали ислам э, в нужный момент. А персы развивали науку. Так вот, возвращаясь к нашей теме, персы хотели систематизировать это. Подождите, что это такое? Что за всем этих этого? Давайте уточните. Поэтому появилась э, это, таджа, э, таджуид благодаря вот э, принятию ислам персов. Пришлось Пришлось сидеть и систематизировать, каждая буква как надо произносить, как это. Но в процессе сбора информация получилась 10 вариантов, а не 7. То есть смешивалось некоторые 7 этих диалектов, смешивались где-то между собой, и получилось, в конечном счете, 10 версий, а не 7. Поэтому на сегодняшний день есть 10 признанных с цепочкой мутаватира. То есть у нас есть цепочка, которая таватур, который одно огромное количество людей, которые слушают огромное количество людей и так далее, до пророка Мухаммада, до Жибриля, до Аллаха. Поэтому люди, которые изучают сегодня дажвид с цепочкой, что он говорит? Меня научил такой человек, который услышал от, от такого, от такого, такого, от такого, такого, от Заида Мне от бусамат от Алибне обита, да, вот, и от Мухаммада Саласам, от джибрили от Аллаха. Представляете, какая цепочка страшная? У вас начинается от вас, заканчивается Господом. И это самый простой определение, так если на русском языке, то есть это каждая буква должно звучит правильно, как, как было принесено пророком, саллаллаху И правило, которые соединяет, вот слово тартиль, Аллах Субханта в Коране говорит, тартиль Кур'ана тартиля. Читая Коран с э, стилем тартиль. Что такое тартиль? Тартиль это когда все четко, ясно, да, и связано между, ну, некоторые говорят, на распев. Это Мухаммад сам читал всегда э, Айша, по-моему, однажды сказал, что пророк Са сам мог читать короткий сура с тартином таким образом, что она будет по времени занимала больше времени длинный сура. А вот. И Мухаммад всегда любил останавливаться, где аят заканчивается. Он, у него был стиль свой, да? а, который сохранился. А, почему мы знаем, что аят заканчивается здесь, аят здесь заканчивается? Это потому, что пророк делал паузу. Альхамду Иллахи -а Мы поняли, что это аят. Он не говорит, пишите один. Нет, он так не говорил. Он говорит, что, вот в старых Куранах вы не увидите цифры. Но вот это его паузы, которую он делал, и которые нам дошло до нашего времени. Да. И вот мы знаем, где аяты, знаем, где паузы, где э, мадды и так далее, и так далее. Все это мы, дошло до нас. Э, и все это записывалось. И появились э, эти э, ученые, шехи, которые по их именам и сегодня этих 10 кираатов ну, например, в России распространен э, хаф, Хафс, правильно? Хавс, да. Это вообще-то и не только в России, кстати, большинство восточной арабской страны. Это был такой человек, Хавс, который вот он просто стал известный учитель этой школы, и люди стали просто говорить, я учился у Хавса, я учился у Хавса, поэтому появилось, ее сегодня так называют, Кираат по Хавсу, был, например, Варш. варш который учился у Нафи. учился в Медине. А Нафи был другом Малик. Поэтому, кстати, вот, например, Марокко, Алжир, у них мадха по фикху маликийский. И, и так как Малик был другом Нафия, который его ученик Варш, поэтому, кстати, варш, варш, в основном распространен в Марокко, в Алжире. У них там в основном читают на Варш. В Тунисе, там, в Ливии, там, сюда читают Калон и так далее. То есть их разные эти чтения, даже они территориально имеют какое-то место. То есть это даже бывает, ты выезжаешь в какой-то стране, в этой стране в основном читать именно по этой чтении. Даже есть наши учители учили, говорят, если вы будете знать, ну, у нас у них ожидания хорошие, что мы будем знать несколько видов чтения, ну, и одно, и то, аль Но они говорят, когда ты будешь знать несколько стилей, будешь знать и по хафсу, и баваршу, смотри, когда ты приезжаешь в какой стране, где везде там хавс, читай, Постарайся не читать Баварш, читай, по, как известно здесь, потому что Uh, люди могут думать, что ты ошибка допускаешь. Ты неправильно читаешь. не... Потому что, например, Аль-Фатиха, Хафсу, uh, Малики Яумиддин, да, Малики Яумиддин, правильно? А Варчи что говорят? Малики Яумиддин. Может, ты читаешь, что-то не умеет читать. Почему Малик? Малик надо. Вот подумаешь, ты сначала, что он неправильно. А на самом деле, когда ты читаешь письменно, там мим лямка. Малик, по идея. Но там Бахавсо есть маленький алиф. Бишится так мат, да, что здесь А. А они там это А не читают, они без А, малик. Значит, письменность Корана подходит к всем э, видам э, чтения. Конечно, варш, наверное, считается одним из самых сложных, но, правда, с другой стороны, самых красивых. Да, вот если послушать их, марокканские шейхи, там, да, как читают, так красиво. Да, варш, то у него очень, очень много мед. Да? Uh, и Хамза иногда ее не читает. Но у них есть, то есть очень красиво звучит. Uh, награда и достоинство от всего этого. Когда ты изучаешь Коран наизусть, ты превращаешься в какой-то сосуд, который сохранит драгоценное. Коран это самый драгоценный. И вот ты uh, то сосуд, который вот сохранит Коран. Дело в том, что Коран сохранился в двух видах. Письменном и устно. Правильно? Пророк сам при жизни, что он старался. Это современный пророк Саласан. У него была группа людей, которые знали Коран на уст И они к нему периодически приходили и читали. Он проверил, помнит или нет. Давай, ну-ка, читай еще раз. Ну-ка, читай. Он проверял их знать. И есть те, которые их назвали катабатул Которые записывали. На, бум, на коже, на кости. На него, ну, записывали. И все время говорят, ну-ка, читай, что у тебя записано. И он ему читал. Он проверил, правильно ли он записал. И сохранение Корана с тех времен именно в таком виде. Идет параллельно. И в письменном виде, и наизусть. На сегодняшний день миллионы людей знают Коран наизусть. И они являются хранителями Корана. Не дай Аллах, представьте такую ситуацию, что все Кораны в мире сгорели, исчезли по какой-то причине. У нас проблем не будет. У нас миллион. Одна из самых маленьких мусульманских стран. Возьмем Ливию. Североафриканские северо мусульманские страны, где население меньше 6 миллионов. В этой стране говорят, что где-то 3 миллиона знающих Коран наизуст от начала до конца. Почти половина населения знает Коран наизуст. И такая картина во всех мусульманских странах. И самое удивительное, наверное, мои братья и сестры, самое удивительное, которое никогда не представляю удивляться, когда я вижу, что человек не араб и знает Коран наизуст. И читает его правильно и красиво. И когда я его спрашиваю, как у тебя дела, как ты там, как ты изучал? Он говорит, извините, я не понимаю. Да? Подожди, ты знаешь наизусть Коран, в котором есть десятки тысяч слов, которые вот это... Как ты его выучил, не понимая, ты не, не, знаешь даже, как дела, и не можешь отвечать ни на один вопрос. Я удивляюсь. Если мне принесли мне книжку на китайском языке, вас вот будет прошелка с трех страниц. Просто выучи. Ты ни слова не знаешь. Да я не смогу я, ничего, я строчку не могу. Даже песни какой-то на странном языке, ты два слова знаешь и все, не можешь выучить. Как это целая книга выучить наизусть? Разве это не чудо? Но какая книга в мире люди могут выучить наизусть на языке непонятном? Это субхава, это Божья благодать. Это один из доказательств, что Коран это истинная книга. Если Библия бы исчезла сейчас, сгорела, не смогут написать. Никто не сможет написать. Кто знает? Там же в таких, есть в таких местах в Библии, где у Исхака сколько десят баранов, там три коровы были, у него земельный участок такое, кадастровый какой-то там у них этот. Э, такие информации, кто выучит наизусть, да? Ладно, о мудрости, но бывает иногда часто я не знаю, почему это в Библии есть. И вот такая книга, да, сколько тонкостей, которые ничего не понятно, о чем речь идет вообще. А Коран, как люди его изучают? Это одна чудес. Поэтому, да, конечно, для тебя честь, что ты сам вот тот сосуд, который сохранит Коран. Ты один из гарантий сохранения Корана. Достаточно честь у тебя за это. Но еще, если ты правильно читаешь, а вот это, сейчас мы и поговорим, это обязательно или нет. Но правильно, то есть, значит, это второй вид сохранения. Не только текст, но и правильные, защищенные от искажения. То есть, как он изучал на самом деле, Поэтому большинство мусульманских ученых считает, что фард, фард обязательно изучать Коран с таджуидом. Это не так. Вот многие говорят, ну, буду изучать таджуид, ну, мне хочется, ну, интересно, конечно, да, ну, было бы красиво. А он не понимает, что вообще ты и обязан так изучать. Каждый мусульманин обязан знать Коран в таджуиде. Не просто так, как, как попало, как мама там читала. Нет, 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 нет и фард, это обязательно. Да, Альхамдула, в исламе есть такое облегчение, что в процессе учебы человек может ошибки совершать, и ну, как бы награда получится в любом случае, что он старается. Но если я преднамеренно ну, не научился, я вот так читаю с ошибками, это грех. Некоторые что очень строго. Например, маликийский мадхаб. Если имам будет читать аль-фатиха неправильно, люди имеют обязаны прервать молитву и уходить. За молиться за такого нельзя, оказывается. Вот такое настолько у них строго прямо что чтение Корана должно быть абсолютно в соответствии с правилами таджуида. И эта наука таджуид э, называется наука закрытая наука, то есть наука, которая не развивается. Ну, каждая наука же можно, но ну, бывает открытие, правильно? Новый физик, новый химик, там что-то новое открытие в области это. А в таджуид разве новое открытие по таджуиду, да? Новый вид произношения. Нет. Это наука закрытая. Все как она установлена самим Господом, как надо читать, да, и пророк Салла сам как передал, то есть э, у нее не бывает. Максимум, что люди могут придумывать, э, просто методика изучения. Но ну, сам тежуид правила, правила тежуид не меняется уже, понимаете? Как они были 15 веков назад, они до сих пор они не меняются. Единственное, э, аль бывают разные методики, разные подходы, ну, иншаллах, Здесь тоже есть да, хорошие учителя, которые, у них свой подход, как можно, чтобы быстрее, особенно для э, тех, которые не носители языка, да, то есть для них это все равно ну, чужой язык, тяжелое произношение буквы, как это научить, да, вот это методика просто обучающая, а сам, сама наука, она уже э, не меняется, она такая же, вы куда бы ни поехали в любой стране мира, вы научитесь одно и то же, ну, итоги я имею в виду, итог один и тот же, он не меняется, э, и ну, чтобы как бы исключение, это не в самой науке, а в, в письменности. Мы же знаем, что письменность Корана изменилась. В, в времена Али Радалан это началось. Когда он сказал, давайте помогите вашим братьям персам, чтобы усвоить Коран и читать без ошибки. И начали придумывать, например, огласовки сначала. Вот огласовки сначала не было в тексте Корана, а потом появилась спустя uh, некоторое время появилась uh, так называемые точки, пунктасты. Пункта, да? uh, говорят, что во время хаджаж это придумал. Хаджаж, uh, ну, я не ну, есть маленькая расскажу такой смешная история, может быть, с хаджажем. Хаджаж, он был, в, как сказать, в молодости он был учителем, кстати, Корана. Это был. Но потом со временем стал губернатором и военно-начальником в Амьядском халифате. И он был э, один из самых страшных таких э, губернаторов Ирака. И, он, и репутация его не очень хорошая в истории ислама, что он был такой диктатор, был кровавый какой-то. Но э, так как он очень, э, был учитель арабского языка и учитель Корана, он очень ревностно относился к неправильным призначению. А жил он в Ираке, а в Ираке большинство жителей были персы, которые всегда с ошибками где-то там склоняли не то фатха вместо кастра, дамма вместо но ну, это его очень сильно раздражало. Или иногда буквы могли перепутать. ба, ста, нунс, этот, ну, не могли сразу угадать. И вот это он говорит, хватит а, неправильно. Вот то, -то это его раздражало, когда кто-то читает, ну, бывает у нас здесь такие, э, стоишь где-то в очередь, говорит, говорю нормально на русском, по-русски, там, что там со своим акцентом, там? раздражает. Он хочет, чтобы ты говорил на идеальном, да, русском языке. Вот он был такой немножко националист такой, да, с которого ему нужно, чтобы все идеально говорить на арабском. И ему сказать: так это, без точек все время не могут люди считать. Это, это текст сам сложно. Он говорит: придумайте что-нибудь, придумайте точки. И этот диктатор, несмотря, на то, что ужасные вещи сделал в истории Ислама, оказывается, он одну вещь хорошую сделал случайно, непреднамеренно. Он э, приказал, э, говорят, в его эпохе появилась точки. И, конечно, много-много что изменилось со временем. И на сегодняшний день даже, по-моему, если не ошибаюсь, в 80-х годах прошлого века появились даже такие, такие подсказки, как цветной. Ну, то есть сегодня даже и цветной Куран, да? ну, буквы разных цвет, цвета, чтобы помогать даже, какое, какое правило. Ты начинаешь узнать, что здесь Ихфа, здесь Багам, здесь и так далее. Да? То есть даже по цвету а, а, букв. То есть, проще. Вот это да, в этом есть прогресс. И, Мусульмане в этом здесь что-то меняли. То есть, опять же, как видите, это в области средства. Поэтому не забывайте награды, которые Мухаммад, саллалу сам сказал. Кто читает Коран правильно и красиво, должным образом, то он, его награда, как будто он товарищ или вместе с ангелами, чтецами. Есть ангелы-чтецы хранить да, хранитель Коран и ты будешь на их уровне. Да. Поэтому, кто умеет читать Коран красиво и правильно, э, то, иншаллах, там большая такая великая награда. А пока мы до этого не дойдем, пока мы учимся с вами, то все равно Пророк сам обещал тоже награду. Он сказал, кто читает и старается, и еще ошибается в процессе учебы, то ему две награды за, э, за чтение Корана и за старание. аль что мы знаем, что Просто сам факт чтения Хурана человек получает награду, причем за каждую букву. Причем за каждую букву 10, 10 наград. А? Единственное заключение, хочу напомнить о том, что э, старайтесь все-таки параллельно и смысл знать. Так, когда мы что-то заучиваем, э, мы должны понимать, что мы заучили, что мы его учили. Это укрепит наше понимание наши кшалат, и дают благодать. Потому что Коран, естественно, способен не чтобы просто его внешне, ну, как бы так, просто словами выучить, а чтобы жить по нему. Худан лил мутакин. Аллах Субхан Та'а китабу ля райба фи. Худан Эта книга, нет ни сомнения, руководство для богобоязных. Коран, переводит что? Руководство. Если ты ее не используешь как руководство, просто книга, ты просто хранение, но не используешь и живешь Коран уйдет с этого, да? даже память, да, и способность чтения э, появится, когда человек хочет жить по Корану. Аллах дает ему этот баракат, э, что он сможет правильное произношение и сможет э, легко запомнить. И сахаба так и делали. Сахаба 10, изучали 10 аятов. Они брали 10 аятов, другой хады, по-моему, 5 аятов, да, и они их заучивали наизусть. Э, узнали, какие там ахкам, какие там законы, какие там требования, какие там нравственные, какие-то правила, правила и красивое э, красиво чтение, заучивали на изост. Пока это все не делали, не приходили к следующему. Вот так у них была такая методика в сахабе. Я не говорю, что всех такая методика должна быть, но смотреть, какой у них подход. Жить по этим десятаятам, не только выучить и красиво читать, но и жить согласно десятаятам. И э, э, Совет тоже, шала Таала, когда будет изучать тажуид э, и э, Коран, э, брать себе вырт коранический каждый день э, обязательно нас учили тогда в детстве я помню что э, как минимум в день четверть хезба да, это немного но самые маленькие единицы да в объем в коране четверть хезба в, 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 день это минимально э, я всегда говорю ученикам кто изучали я им все говорю но по идее, ты должен быть побольше. Ну, четверть, ну, господи, четверть хезб, если случилось землетрясение, наводнение, ну, ладно, ну, хорошо. Четверть хезб, тогда я уважительный причина, что всего лишь четверть прочитал. А так, побольше даже, да? Вот. Когда мы постоянно читаем, когда постоянно живем с Кораном, когда, когда мы это, будет этот баракат, это благодат, и это будет облегчение. И поверьте, сначала бывает, особенно я говорю для тех, которые только что начинают, может, с первых шагов, знаете, это бывает сначала, да, кажется сложно, трудно, не могу услышать различия между звуков, бывает такое. Но какой-то момент, э, при постоянном чтении, при старании, включится в какой-то момент, как только учится, например, на э, это, вождение машин, там, в да, какой-то момент ты думаешь, первый, нажимать сначала на сцепление, потом это, и ты думаешь, а потом, ну, через месяц, о чем-то рассказываешь, по телефону, это и все одновременно. Нет, по телефону не надо, то штраф. А так просто с кем-то соседом, да, в машине, да, и все. Нога сама знает, как нажимать что-то. Вот это это наступит, иншаллах, это обязательно. То есть главный настойчивость, главное не не волноваться и держаться. И у каждого свое. Кому-то там быстренько, это подключается, кому-то чуть-чуть попозже. Но иншаллах, у всех это будет, иншаллах. Закон Аллахер за ваше внимание. Я не знаю, есть ли вопросы. Надеюсь, я, конечно, тему. Само -само, да. Я поздрав, <сосатом> я уточнить хотел, хотел mm -hmm. такой момент. Вы часто в лекциях говорите, что а, порядок сур в Коране, mm -hmm. который есть, который мы читаем сегодня, он не случайен. Mm -hmm. А вот во многих книгах по жизни описания пророка читаешь, что mm -hmm. а, первые суры, первые аяты, которые были неспособны пророка, это первые пять аятов из суры 96. Uh -huh. читая во имя Господа. No, Аллах. Uh -huh. uh -huh. uh, ему были первые пять аятов несправедливы. А в этой суре не пять аятов, в этой суре 19 аятов. Uh -huh. Вот остальные 14 аятов, uh -huh. кто принял решение, чтобы занести именно в эту суру, и кто принимал решение, то есть ну, там, после 96-й суры там, ему ну, uh, сура не несправедливо было. Вот этот порядок сур, он был установлен при пророке? Да. И кто принимал решение, чтобы вот аяты из одной суры, которые в разное время не посылались, именно в эту суру включить? В общем, просто пророк. 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 То есть он говорил, у меня не способны такие аяты, это аяты в этой суры. Да. После будет таких-таких аятов, пишите так. То есть mm -hmm. это, это, которые записывали, он им сразу и диктовал, это аяты, да, да, да. То есть это именно порядок, он, пророк Саасам, сразу и тем, которые писали, писали, и тем, которые знали наизусть. Ну, то есть это э, сам пророк сам установил. Да. Естественно, это хорошая тема, одна из э, тем наук коранических, ас, ас, ас Назуль, у зуль аль, аль мадани там, и так далее, вот это когда был он испослан, американские, мединские, хронология, да, вот это все, конечно, целая наука, и она имеет практически значение, она не случайна. То есть мы почему знаем даже, какая сура первая, какая вторая, третья, какая раньше другой, это имеет значение для, например, фех. Иногда, когда ты фах, и хочешь фетву давать, иногда, иногда имеет значение, какой аят был первый, какой аят последующий, потому что, как правило, это первый аят, он считается универсальный, а второй ⁇ исключение. Ну, да, в целом, например, <coughs> нельзя есть мясо, которое заколтывает закол... животных, если там именем Аллаха не названо. Потом есть Аят, который говорит, еда христиан дозволена. Так это противоречие или отменяющее, или что? Нет. Общий закон нельзя, если именем Аллаха не названо. Исключение христиане еды. Да. То есть вот, вот так мы понимаем. Когда ты знаешь хронологию, ты начинаешь понимать, что это исключение из правила. Да? Да. Есть вопросы? Да. Вот, вы сказали про огласовки, да? Угу. Огласовки и точки, когда они появились, да? Угу насколько достоверна информация о том, что при Али ибн Муталибе, ради Аллаху прочитали суру 9, аят 3, в котором говорится Астауду Билля, Анна Аллаха Барию Миналь Мушрикина, Варасу Ляху, да, 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 да. Варасу Люху. Да, то есть да. из-за этой одной огласовки, да. то есть по сути, когда при нем прочитали, Тогда еще не были, да, доставлены uh угу. Насколько вот это вот? Но э, известно, что Али, радыллах, он правда приказал разбираться с этой проблемой, с огласовками, ну, чтобы люди не ошибались в склонении, ну, где Насаб, где Рафа и так далее. Это он, точно он дал этот приказ. Но что его именно какой-то ситуации, ну, это другой. Ну, здесь не могу подтвердить, насколько достоверно. Но есть источник, что да, правда, при Али он услышал э, ошибочное чтение. Этот аят, другой аят, я не... Версии бывают разные. Но то, что точно мы можем подтвердить, что да, Али, до него дошли неправильные чтения. Естественно, смысл совсем меняется. Да? То есть, если ты, кто действующее лицо или кого-то, да, например, а? поистине боится, боится Аллаха, его рабы, знающие. А вот кто-то читал, поистине Аллах боится, раби узнают, что получается, Аллах боится раби его знаешь. Это и всего лишь, видите, если бы А не добавлять, Аллах или Аллаха, Аллах здесь боится Аллах, Аллах сам боится, да? А если боится Аллаха, то понятно, что кто-то боится Аллаха, правильно? Видите, буква А по-русски, если ты не добавил имя Аллаха здесь, меняется смысл. То же самое в арабском языке и в времена Али такое же было, но там огласовки. Поэтому, да, при Али были эти слушай, как вы знаете, тем более Али привел свою столицу где? В Куфа, на юге Ирак где было очень много э, персов и которые, э, арабы не могли это ошибку допускать. Ара... Современные арабы <свят>, допускают, ну, с грамматикой слабоватые они. Вот. А вот э, арабы тогда не могли, потому что последний араб, который э, мог, э, ну последний араб, который умер, говорили на сфузха, на вот этих официальных диалектов умер 1100 лет назад. Ну, то есть, они где-то 300 лет жили, арабы, которые не ошибались спустя 300 лет исчезли те арабы, которые говорили без ошибок. К сожалению, уже вот до сих пор арабы, даже грамматика должны в школе изучиться, а то они не всегда правильная грамматика. А тогда вряд ли это было время Али, да, как я его сказал, что действительно это народы, которые принимали ислам, для них арабский был еще чужой, и не могли они понять из-за текста Фатха да, Касрадамма. и ну, есть такая версия, что именно этот аят Естественно, Али, я так думаю, что это не единичная слушность. Скорее всего, Али слышал много случаев. Мне кажется, он много слушал и много, много жалоб услышал, что люди вообще не то читают, и, естественно, смысл сильно меняется. Поэтому он приказал своему другу абуль асваду Дуали, он считается таби'и, и, и абул считает первый, кто установил, скажем, даже... Ну, правила э, в этом наху, грамматики, и в том числе огласовки. Да. Правда, опять же, персия, поминая про персов, кстати, они первые, кто придумал ну, Сибаве, он э, придумал, э, систематизировал арабские грамматики. Что Интересно, арабские грамматики написал не араб, а перс Сибаве. А еще, могли бы вы разъяснить различия между диалектом и вот макаматами, потому что люди путают. Mm, mm. Вот, дайте, пожалуйста, примерно на крат, uh -huh, вот, тот uh -huh. же самый, да, ты, ха, да, и так далее. Uh -huh, uh -huh. Это именно диалект, uh -huh. а вот макамат – это совсем uh -huh, другое, uh -huh. люди путают вот эти два понятия. Sorry. Не, макам – это, я немножко буду, мне сложно объяснить, но это связано с темой музыки, это музыка, то есть, э, э, у арабов есть э, где-то, по-моему, 10 макамат вот, музыкальных. Стиль, такой музыкальный стиль. Э, например, когда что-то ты хочешь, что-то грустное, что-то радостное, или что-то там есть такой, называется сульна мусики, музыкальный какой-то стиль. Где поднимаешь, где выпускаешь, где скорость, это все это. Я в музыке ноль, сразу скажу, не надо на меня смотреть особо, объяснить, чтобы я объяснил подробности. Ничего не понимаю в этом. Предо мной, например, иногда читают, вот сейчас мы макам хиджази, сейчас макам такой, и я ничего не слушаю, разницы никакой не слушаю, ничего не понимаю, о чем речь идет. Вот то есть это, видимо, нужна это, как называемое, музыкальное ухо. Но эта тема люди некоторые ввели в тажуид, чтобы их чтение стало музыкальное такое, красивое, с мелодией, мелодичное. Но э, многие ученые это не нравятся. Да, то есть многим ученым говорят, не нуждается э, Таджуид в э, макамат. Потому что Таджуид в нем есть свою музыка. Таджуид он сам. Потому что вот я ничего не понимаю в музыке, но я знаю, что здесь мад. И так уже звучит музыкально и мелодично и красиво, понимаете? Хотя я ничего не понимаю в музыке. И звучит тоже, даже с моим голосом некрасивым, даже это и звучит э, мило. А? Да, ну надо быть реалистом. Я не вот таджуид, даже у кого нету, как говорят, медведь там на его ухо, да, он или он голос некрасивый, сухала удивительно. Если он знает правильный таджуид, звучит красиво. Звучит красиво. То есть сам таджвид, в нем есть мелодичность, божественная мелодичность, несравнима с этими макаматами. Хотя, я не макамат, это, это, музыканты, это не надо путать. Это некоторые изучают, пытаются читать именно Коран. Но знаете, какой здесь опасность? Часто жертвует правила таджвида ради макамат. Вот это ужасно. То есть он ну, не видит, не получится. Он же мелодиш, у него есть какая-то определенность здесь, он, там нет мад. Он делает, делает мад там, где нет мад. Или там есть должен мад, он не делает. То есть таким образом он жертвует, а это не стоит того. Поэтому если он макамат хочет делать, это самое мягкое мнение, делай, но таким образом что-то надо соблюдать. Если это жертва и это жует, нет, макамат тогда не надо соблюдать. Да. В основном это большая ошибка тех, кто... Также приходит там, в центр Корана, изучает таджвид угу. и хочет именно постепенно угу. мелодичность поставить. Да, хотя да. таджвид ноль, да, да, то есть да. вместо того, чтобы таджвид сначала поставить, потом мелодичность добавить, да, они да. сначала вот за мелодичностью гонятся. Да. И он повторяет за какие-то известные шейхи, а этих шейхов, хоть они известны, если ты проверяешь на таджвид, он получит тройка с плюсом максимум. На самом деле, много из них э, не проходит. Просто он популярный. Он как... Вот э, здесь, конечно, опасно. Ну, с одной стороны, молодец, что Коран читает и так далее. Но с другой стороны, это опасно. Ведь слово Божие, не надо ее использовать как э, мелодию, которую, ох, как красиво послушаю. Ну, то есть, это и есть опасность. Есть такие шехи, кстати, читают красиво и правильно. Хусари, например, или, Вот он, он очень строго и красиво. Пожалуйста, очень красиво, очень мелодично. Но он ошибки не допускает практически никаких. Да? Поэтому надо ориентироваться на таких шейхов. Если надо, я потом после урока не буду имена, какие шейхи надо стригаться. Есть такие шейхи очень популярные, но они, кстати, с ошибками читают. С ошибками читают. Это надо стригаться. Да? Да. Да при А, при Халифе был... Нет, нет. И даже и не при Халифе праведный, это намного позже. Да, да, да. Это поздний такой Иштихад. Просто, вот понимаете, это появилось со временем, когда люди, ну, если я не ошибаюсь, это где-то в Пассивский Халифат появилось, это такое понятие.

Как? Поэтому они придумали систему, э, это не пророк, him, не сахаба, это ученые э, Коране придумали такую систему, которая э, не ориентируется на смысл или на сур и так далее, а ориентируется на объем. Вот и все. Это для облегчения заученного наизусть и, и чтения. То есть сколько читал, ты уже понимаешь, я читал четверть, половину, понимается за объем. Или я знаю на ИЗУ, спрашиваешь человека: ты сколько знаешь, я один жузу, знаю, половину жуза. это совсем более информативно. как даже в Нет, 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 нет. На самом деле, при сахаба у них было какое-то естественное чувство объема. Да. То есть они, например, говорят, это невозможно сейчас это повторить. Он говорит, я ждал э, после, э, помолился сначала э, э, киям, и ждал, ждал где-то 20 аятов до Что значит ждал 20 аятов? Он имеет в виду время, которое тратится на чтение 20 аятов. Каких 20 аятов? И они друг друга понимали, о чем речь. Мы это не поймем. То есть до нас сохранился этот текст, но мы это, что значит, я вре, сколько времени? У нас же не мне сказали, я ждал 15 минут, мы сейчас сегодня сразу на часы смотрим, да? А у них не было часов. У них был, у них ориентир время это аятов. Говорят, я сидел э, время, като, примерно время 20 аятов. А что значит аятов 20 аятов? Мы не знаем, что такое, понимаете? Вот. У них это было, чувство какое-то самое по себе естественное чувство или как-то лалям. Вот. Но э, Поэтому у них не было нужда в этом плане. Э, с, с, разделение на слово джуз и «хизб». <связывая> <связывая> Хорошо. Если вопросов больше нет. За лахер, спасибо, что пришли сегодня. Баракалафикам.